Сегодня наша вторая встреча с Кариной. Мы встретились в офисе Microsoft, чтобы обсудить, что было сделано за эту неделю. А было сделано достаточно много. Карина сделала исследование рынка, поняла, что нужно уже существующим фитнес-клубам и студиям. Она провела анализ тех возможностей, тренингов, лекций и курсов, которые есть, и записалась уже на несколько. И наша задача сейчас – продвинуться чуть ближе к формированию продукта, а наш продукт – это фитнес-курсы для молодых мам и беременных женщин. Это не первая наша встреча с Владимиром. У нас уже была установочная встреча, на которой мы написали круг заданий, список, который необходимо было выполнить за это время. Я очень волнуюсь каждый раз, когда прихожу, когда какой-то новый этап, мне страшно. Но тем не менее я воодушевлена этим проектом, потому что я чувствую, что это дает свои результаты. Такими маленькими шажочками ты продвигаешься к своей мечте. Сейчас благодаря команде Microsoft, помощи Вовы, его успокоительному действию, я вижу горизонты. Мне кажется, мы сделали сегодня несколько очень важных вещей. Во-первых, мы поработали над навыками самопрезентации и проработали и текст, и движение, и постановку тела во время презентации для будущих видеокурсов и видеозанятий. Во-вторых, мы прошлись по колесу навыков и определили, где у нас есть какие-то там западания или отставания, там, а где есть, например, сильные стороны. И конкретно по зонам роста нарисовали план действия на следующие 10 дней. Сегодня у меня была очень важная встреча, полезная и нужная для меня. Сегодня мы учились записывать видеопрезентацию себя, работать с публикой, презентовать свой продукт. Это очень важное умение, в котором я получила полезные советы, приобрела некоторые навыки, которые я буду усовершенствовать и, надеюсь, в дальнейшем достигну определенных высот.